Ага. Ну как, ожила, да? Я опоздал. Нет. Спасибо. Ты принес лекарство вовремя. Встанешь? Где Луис? Луис погиб. Он дрался за тебя. Пока мог. Идем. Времени мало. Горячий. Убьем эту гадость. За Луиса. За него. Ада, прием. Паразитов можно извлечь в лаборатории. Я почему-то решил, что ты знаешь, где она. Все самое важное находится в святилище. Оно на вершине горы. Ищи там. Справочник по имени Ада. Удачи. Сочтемся. Куда? Так. Внезапно посадили под замок, однако в другие нас водят. Сохранить рассудок, вряд ли кто-то прочтет. Но я прочитал. Ладно, глава 14. Что напишут? Доберитесь до вершины. Надо перезарядиться. Все оружие, так, семерку перезарядить. У нас остались гранаты. Подсадишь меня? Конечно. Верю в тебя. Давай, девочка наша, лезь, открывай комнатку. Я мастер отпирания замков. Да тут много лута. Порох. Вот это жетон. Порох. О, это отлично. Сейчас мы скрафтим патроны. Так, патрон для пистолета. Патрон для винтовки. Вот это важное. Синие медальоны. Я не люблю эти синие медальоны. Тебе понравятся мои товары. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Так, мне надо порох. Тебе важнее деньги. Запасаешься, пока можешь. Разумно. Нет места. У меня все товары высшего качества. Уверяю тебя. Чем еще могу услужить? Так, продать. Карта кристалл. Пригодятся тебе в гробу. Спасибо. Итак, приходи в любое время. Мне жалко, пороха нет. Я бы купил у тебя порох.
Но там тир. Я не хочу в тир. И сел. Трактор. Ворона. Кто это? А, двери закрылись. У меня патроны вот на вес золота. Потому что пороха нет. Тут не пройти. Может, подсадить где-нибудь тебе? Так, не спрятал. Готов, голубчик. Готов. А, нет, не готов. Лето. Я ж патроны сделал для пистолета. Что ты перезаряжаешь? Мудак. Патроны. Бронированный. Реально? Где баня, а? Здесь немножко лута. Больно страшно. Так, сейчас это используем. Это использовать.
Так, порох. Не открыть. Тоже закрыто. Надо что-то придумать. Какую-то задвижку надо открыть. Порох. Иди туда, Эшли. Ага, давай. Не откроешь, я сейчас быстренько там приберусь. Вот, там откроем дверь. Выйти. Твою мать! Ах, угады! Да перепрыгни, блин. Леон, иду сюда. Я. Отпусти! Эй! Чё, тварь? Чёрт! А ножа-то нет. Пистолет, патрон. Патрон для пистолета. Леон, ты вот ранен? Я сделал пистолет. Я в порядке, не волнуйся. Вот я сделал пистолетный патрон, а он почему-то не перезаряжает. Что за хрень? Может, калибр не тот? Сейчас вернемся, короче. Может, чертеж надо купить как-то это там для патронов? Продаю много отличных товаров, чужак. Тяжелая граната. Тебе важнее патрон револьвера или жизнь. Выбор прост, друг. Мы держали это для подходящего клиента. Так, продать. Готов купить почти все. Патрон для пистолета. Так, спроси, благодаря с помощью пуль и отдачи. И ты только там не убейся. Вот это что за пистолет? Скотлевит ты неживущий стали. Ну, давай его, короче, мы его продадим. Привет. И купим нормальное оружие. Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем.
чужак. О, я щедро заплачу тебе за это. Все, что есть перед тобой, изумительный пистолет, чужак, есть лучшее, но этот станет тебе надежным другом. Я продаю много доброго пути. О, на этот есть. Он для ПП сделаем. Патрон для винтовки. 10 на пороха. Привет. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Пить надо. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Больше не меньше. Что это? Приходи в любое время. Есть все, но пороха нет. Так, спрей есть. Выжить можно. Так, я там дверь открыл. Пойдем сюда. А эти уже в шлемах. Серьезно? Сдохни, тварь. Черт, убегаем. Эшли! Так. Есть. Где-то спрятали, да? Фу, вонь жуткая. Справляешься? Ага. Приходится привыкать. Тут нет ничего.
Чего? Это вроде как котельная, да? Так, котельную мы обижали, ничего не нашли. Тут тоже ничего. Что мы ищем? Запустить надо или что, чтобы она открылась. Котельная вообще ни о чем. Куда надо как-то пробраться? Вот здесь что надо? Может, как-то уровень воды поднять или чего? А, тут все логично, туда не пошел. Жуткая вонь. Класс. Давай, короче, на раз, два, три. Нужно одновременно, да. Ага. Еще раз. Так, нужно одновременно. Да, ясно. Молодец, умничка. Патрон для винтовки. Похоже, снова этот вид тут лазит. Скоро куча патронов на него посадить надо. Давай, сердце, сердце, сердце! У него два сердца. Дохни! Дох, охренел, что ли? Как ты живучая мразь! Подохни! Охренеть, да блин, чё
За чудище такое, Сколько патронов смотри на тебя, а? Сука. Любитель обнимашек. Любитель обнимашек. Это я любитель обнимашек. Ты ранен? Нет, все норм. Так. Ну, как бы... Как сказать, и не страшно, и весел. Есть! На супер шерсть. Так. Патроны для пистолета. Патроны для винтовки. Сейчас подлечим. Компьютер. Нужно как-то компьютер запустить. Свет. Света нет, да. Свет надо. Надо сказать. Ага. Помоги-ка. Помоги. Сейчас я туда я пойду. Свет где-то здесь включается. Плохо стало. Сейчас будет еще хуже. Во! Мужик, не трожь меня. Уйдите от нее, чертовы дети. Блин, там ее воруют. Отцепись! Тут меня. Бегу.
Кукины дети. Прибегу. Я прибегу. Черт! Не трожь меня! Опять, а? Что, по ноге захотел, да? Сдохни, блин. Давай, давай, крути ее, крути, рыбная. Черт. Все. Ну, как тебе? Что? Он туда упал. Подожди. Так, нам нужно здесь все повернуть. Не подходит эта схема. Вот это подойдет. Повар. Все? А, верхний не сошелся. Есть, добились. Так, мы сейчас сделаем патроны для пистолета. Сколько их, а? Драгоценного нет. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Привет. Ну, сейчас он пистолет. Он вообще слабый у тебя. Попробуй-ка это. Удивлен, да? Наше мастерство достойно такой реакции. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Гарантирую, эти деньги отобьют. Ты только там не убейся.
Насилие не купить. Я продаю много отличных товаров, чужак. Этот товар у меня есть не всегда, чужак. Какое устройство? Готов купить почти все. Славная сделка. Спасибо. Чем ей приходи в любое время. Привет. Больше не меньше. Доброго. Так, теперь что-то нужно делать. Прячьтесь, этот кран стоит не зря. Будем драться. Кран с шаром? Yeah. Патроны. Есть. Гореть. О, минотавр. А тебя что там убивают, что ли, дуру? Я хренею. Карманный нож. О, да, вот это. Леон! Разбить надо. Смотри. Блин, там сколько?
Как бы нам перебраться через стену? Я знаю как. Вон сюда. Кран с шаром? Я сейчас. Эй! Серьезно? Так, мне надо скрафтить патроны. Патрон для винтовки. Не трогай я. Не трогай я. Подходите к крану. Готов. Патроны? Лиши, блин. Патроны? Они побегут. Любите получать по полной? Я к вашим услугам. Готово. Еще одна роза. Так, чтобы использовать. Молодец, умничка, только не вылазь оттуда. А им похуй, башки нет, а все равно, да, бежим. Я побежал. Ты видел? Да видел я, видел.
Да, у тебя талант. А у меня пот. Потому что бегал. Дорогой, а ты где был? Бегал. А почему футболка не пахнет? Так, 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 мы сейчас это откроем. Бегом. Знаешь, по-моему, мы классная команда. Пожалуй. Да? Может, я однажды тоже стану агентом, как ты? Что скажешь? Будем вместе защищать Америку от всех угроз. Ну-ну. В любом случае, сначала надо выбраться отсюда. И дай ей пистолет. Ты заколебал, Леон. Реально, девчонка безоружная бегает. Ну, это абсурд. Выглядит команда. Только я стрелять не могу. Потому что пистолет в жопице дать. Мы команда, да? Так, ладно. Вот про что говорил Луис. Да что вообще? Янтарь. А в янтаре был этот, да, вирус? Падите ниц. Это наша святая плоть. Промысел Божий. И скоро. Этот щедрый дар обретут все. Лас Плагас. Здравствуйте, дети мои. Стреляй же. Я Осмунд Седлер, глаз Господа нашего. Да мне похер, кто ты. Глупые агнцы, почему вы отвергаете дар? Дитя, отринь свое тело. Подчинись, подчинись глазу Господа. Даже зубы почернели. Нет! Хватит! Нет! Милое дитя, не противься! Молодец, молодец. Послушник дарует тебе твое наказание. Дитя мое, не нужно бояться. Отринь свое тело и освободись от страха. Все, пизда тебе. Следуйте за Эшли. Мерзавец.
Мерзавец, точно, вот гад. И съел. Ятлер. А так, еще такой вот важное бы лежало. Так, на 6 гранаты. Почему они убежали назад? Ловите. Лови подарочек. Так, там ящики. Жетон солдат. Кидаем вместе с целью. Помещаем цель в большой контейнер. Так, мне интересно, что было в пещере. Граната. Залит патрон. Отлично.
Вот пороха хорошо надавали. Пушки не игрушки. Что покупаем? Так, мне нужны всякие хрени. Этот товар у меня есть. Приходи в любое время. Если ты надеешься, что я отпущу тебя живым, ты еще наивнее, чем я думал. Тебе ее не спасти. Тебе никого не спасти. Хватит, Краузер. Прислуживая этим безумцам, ты никого не вернешь. Нахрен тебе это? Отомстить властям? Парни были бы против. Месть. По-твоему, я сделал все это ради мести? Разве не этого ты хочешь? Нет. Тогда в джунглях я осознал главное. В нашем мире нет ничего важнее, чем абсолютная незамутненная сила. Лос Иллюминадо сдали мне ее. Ты всегда был говняком. Но у тебя при этом были долбаные правила. У тебя была честь. А что теперь? Хватит о прошлом. Научим тебя быть мишенью, солдат. Все. Бегом, салага! Будто у меня есть вот... На. В голову. Что с тобой? Забудь о жалости! Лепка. Ну, слепка кинул. Лучше поспеши! Мало ли что случится с девчонкой! Где пиздишь? Наверное, помнишь тот бой в джунглях, когда мы еле выбрались? Не думай, а действуй. Первое, чему ты меня научил. Он устроил тут огромную ловушку. Угу. В таких условиях его не победить. Слабо! Ты где, блин? Он сам на эти ловушки нарывается, придурок. Готов к смерти. Есть. Капкан. Yes.
Чья? Где эта турель? Вот еще турель. Еще как помню, сука. Да уж. Капкан. Капкан нет. Так, писья. Писья вообще беспонтовые. Так, мы сейчас... Крафтим что-нибудь. Тварь, блин. Должен признать, ты молодец, раз до сих пор жив. Я перестал слушать таких, как ты. Двигайся, иначе умрешь. Смерть забирает трусливых и неосторожных. Ты какой? Не знаю. Спрошу у смерти сам. Получил? Ах ты! Решил пойти до конца? Подумайся! Мы с тобой две стороны одной монеты! А. Никогда не договоримся! Получай, спинка! Получай! Он все лицо размазал пулями. Это все, Краузер? А я говорил, устал повторять.
слабак. И никогда не сделаешь как надо. В этом разница между тобой и мной, салага. Ну офигеть. Пора завершить твое обучение. Не, ну вообще красава. Узри мою силу! Ты совсем чокнулся, Краузер. Нанес урон. И это твоя сила? И убежал. Я бы попросил вернуть деньги. Блин, а какой быстрый, а? Я хочу видеть твои мучения! Уродец. Чёрт! Не успел, да? Обучение не закончено. Последний урок начнется сейчас. Нет. Пора проучить учителя. О, какая самоуверенность. Давай, салага! Ну ты готов, салага? Да. Уладим тебя. Выполню задание. Ты сам когда-то так сказал. Нет, 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 нет. Слабакам никого не спасти. Если ты не остановишься, спасать будет некого. Когда-то ты это понимал. Вот тут ты не прав. Я ни черта не понимал когда, но не теперь. Чтобы стать таким же чудовищем? Да ты просто сумасшедший! Любишь ты вставить последнее слово? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, делай, что должен. Отрежь мне башку, да? Thank you.
хорош. Да, хороший бой. Отличный бой. Хороший. Ну, с разведчиком. Там у тебя в 4 клетки будем пихать. Спасибо за просмотр.